Он пошел жаловаться администратору, ёпта. Сгнёт, блядь, я с этим коксом. Я не могу. Я в номере сплю, блядь, на диване в прихожей. У кого какой канал, тот в такой комнате живет, да, Лёд? Мы потом, когда умираем, обретаем на чистую душу нашу. Бог дает новое тело. Короче, Лёха пугает встречных учителей. Архитектура в Питере очень красивая. Согласен. Старые дома классно выглядят. И микс. Миксы хочешь? Ты гей. Я в метро. Я зашел сейчас на стрим, точнее на перископ, и здесь тёлка в мужских трусах. Хоп, и уже второй день, и с нами кто? Позитифон. Привет. Вот. И, кстати, вот там вот сзади Димастер идет, и химичка. Вот. Короче, мы уже идем с репетиции, я не знаю, репетиции, наверное, можно назвать. Рассказали нам, как что будет проходить на видеофане. Я, как обычно, все пропустил. Я зашел в последний момент такой. Особо, знаешь, ничего такого особо не сказали. Только сказали, когда кто выступает, что подарки большие не приносить. Народу полный зал будет, около 4000 человек, как я понял. И я выхожу на сцену, по-моему, в 7 часов. Я, кстати, забыл. Прикинь, мне сказали, ты запомнил? Я сказал, запомнил, а сейчас я забыл. Так записал бы. Так я спрошу еще, когда уже был на самом мероприятии. Вот, было куча всяких блогеров, куча кто будет выступать. Короче, программа, посмотрим уже, когда будем там. А сейчас мы идем занимать бронь в нашем отеле. Которую мы просрали. Да. Часа 4 назад, благодаря Верпачу. Да. Мы должны были в час как бы там быть. Я проснулся только в час. Я не смог встать. Знаешь, кровать, она такая притягательная просто. Вот. Короче, все, мы идем сейчас в отель, и нам нужно быстро забронировать. Ты же спал на вокзале, ты говорил. Ну, если дом, Димастера можно назвать вокзал, но он большой. Он классный дом у него. Вот, все, мы идем в отель. Достали уже разговаривать тут с нами. Вот, ну, отель. Ребята, смотрите, мы нашли наш отель. Просто изумительное здание, выглядит отлично. Чувак, иди первый, это гей. Смотри, они даже они не хотят идти. Ладно, я пошел первый. Посмотрим, что у нас там с отелем. Вот такой вот. Еще не слетело, да? Че, отсывалось-то? Ребята, ну чё, мы заселились, вот он наш номер, сначала нам впихивали какую-то дичь, плохой номер, не тот, который мы заказали, а потом все разрулили, все сделали без каких-либо лишних вопросов, и вот мы заселились, и вот такая большая хата, у меня же глаз закружилось, вот такая большая хата, здесь живу я, вот это моя большая площадь, а Лёшке хватило только вот на маленькую комнату. Как вы понимаете, у кого какой канал, тот в такой комнате живет, да, Лёд? Посмотрите, вот, как бы вот у него стульчик. Слушай, я всегда хотел вот так сделать, смотри. Сейчас я не упаду, я не провалюсь. И вот кровать. Слушай, ништяково. А батька-то живет, батька-то где живет? Батька, вот, смотрите, хоромы у него, смотрите, о, тут можно девок приводить. Конечно, девок не будем приводить. Но тут смотрите, сколько места, сколько места. И у меня есть зеркало большое, красивое зеркало. И вот такой вид. Вид, кстати, из окна не очень. И вид из окна не очень. Знаете почему? Потому что само окно находится очень высоко. Я себя чувствую джарахом. Мы снимаем, как снимаем видео. Да, в две камеры. Съемка на синхронно. В общем, посмотрите, какая речка. Вот я, вот Леха, а вот река. Вот здесь вот архитектура в Питере очень красивая. Старые дома классно выглядят. И микс. Миксы хочешь? Короче, Лёха пугает встречных учителей. Воу. Уйди с такой ей. Эксклюзивчик, точно. Вот, я бы, если бы такое увидел, я бы охерел. Еду на эскаваторе и ловлю себя на мысли, что это чертовски большой торговый центр. Вы просто посмотрите. Это пипец. Он очень большой. Очень большая кухня, и там очень и очень вкусно. Да. Мы идем хавать большую кухню. Большая кухня!
Давай еще папа. Ребятушки принесли нам замечательный цезарь, просто царский. Я не знал, сколько он стоит, Санек говорит, 500 рублей, пофигу вообще цена, но он просто, он безумно вкусный, поверьте. И тут очень красивая вилка. Да, это реально лучший цезарь. Я хочу пожелать вам всем приятного аппетита. Я знаю, да, я знаю, что вы, когда смотрите влоги, вы все кушаете, либо там чай пьете, или еще что-то. И я хочу пожелать вам приятного аппетита, друзья. И вот эта вкусная курочка в соусе, за вам. Приятного аппетита. Саня сказал, что покажет нам что-то хорошее. Бывает, ты не покажешь? Не покажешь нам что-то? Обманул? Я покажу вам что-то хорошее на своем канале. Подписывайтесь на мой канал, на мой перископ. Надо вырезать, да, Лёх? Вот надо вырезать. Вот это мы вырежем, короче. Ну, офигенно. Офигенно, чё? Офигенно? Ништячок. Вот это да. Это вообще ништячок. И все трое, все снимают. Все снимают. Офигеть! А вот что ты заканчиваешь? Офигеть! Ребята, просто посмотрите. Вот это вид. Вот это вид. Это крутые клубные тусовки? Нет, это вот стрит, я не знаю, как это назвать, стрит-рэп. Стрип-рэп. Короче, жизнь удалась, это когда ты сидишь вот на этой штуке и... А тебя качает позитив. Я не думал, что вы хотите сказать, что... Все летсплееры. А музыканты носят вот такую. Охуенную. Подписывайтесь на мой канал. Они постоянно... Вот эти вот музыканты уже так достали, постоянно лезут в наш видеоблог. Вообще... Не лезьте в наш рэп. Да, не надо лезть в наш рэп. Мы гангстеры, понятно? Йоу. Ёб твою мать, красотища какая. Это же просто жесть. Руки смотри, видно. Ну это просто. Даже смотри, она короткая какая. Ну это вообще говно. Капец. Ну, прям, прикинь, семерку золотая. Жесть. Моя стоит 3,5 или 4, а тут семера. А Москва, Питер? Ой, Москва, но Питер, серьезно, Питер. Я серьезно. Питер? А маечка 1900, дорого. Дорого, очень дорого, мы столько не зарабатываем. Да. Да, Лёх? Пятница он умер? Да, Пасха это Христос за нас, за Бога. Посылает, соединяется с Богом, идет к Богу и посылает Духа Святого. И веруя в Иисуса Христа, что Он это все сделал, мы просим Его, чтобы Дух Святой жил в нас. Я даже согрешаю, я говорю, Иисус, очисти. Вот я... Надо очищать кровь? Да. Надо или как? Просто просьба. Во-первых, первое, что нужно, кровь. Первое, что нужно, это сказать Духу Святой. Бог, мы потом, когда умираем, обретаем на чистую душу нашу. Бог дает новое тело, с которым мы живем с Богом, без скорбей, без болезней, без плача, без стона. Это очень странно. Да, я вот мне хотел сказать, сколько? Да, мне тоже хотелось потом, сказать, сколько. Я подумал, ладно. А я еще хотел спросить, один я вижу эту бабушку? Вы сейчас видели ту бабушку, которая втирала нам ХВ, Христос воскрес, который называется? Ну, это даже не религия, это, скорее всего, был просто сектант. Просто то есть, знаешь, секта. Может быть, она даже втирала нам эти вербовала, ленточки. Вербовала. Да, и знаете, в нас, типа, должно было проснуться что-то, кровь, белая палочка, что означало? Белая палочка. Палочка. Короче, она чистота. Объясняла нам... Я сказал про флаг Канады. Это флаг Канады, наверное. Но я не знаю, но это... Она не взяла с нас денег. Она не взяла с нас денег, это вот что странно. И первое, то, что она нам дала вот такую небольшую табличку. То есть, знаете, как в сектах тебе дают какие-то книжки и прочее. Она сказала, на, если будет интересно, ознакомьтесь. Следовательно, там, знаете, наверное, какой-нибудь адрес был бы указан. Мы отдали эти листочки каким-то парням. Там, наверное, рядом уже стояли. Да-да-да. Какой-нибудь адрес там, типа, приходите... в 15.00 на вебинар стоимость 1000 рублей, знаете, там путь, правильный путь. Проще уж пойти на йогу, чем ходить к таким сектантам. Никогда не ходите к сектантам, это хреново.
Так вот, о чем я хотел сказать, что сейчас мы едем в наш номер, и там уже спишемся с ребятами, с кем-нибудь, и дальше, наверное, куда-нибудь поедем до ночи. А завтра, ну, мы долго тусить не будем, потому что завтра уже рано вставать и ехать. В 11, в 11 утра мы уже должны быть на видеофане. На видео, то есть, следовательно, хотя бы в 10, чтобы еще душ принять и все такое. Хотя бы... Даже нет, лучше в 9.30 тогда. Да. Вообще, прикинь, как рано вставать. Это вообще второй день подряд причем. Нам надо будет как-то жестко выспаться. Но кофе. Кофе, да. Много кофеина. Кстати, он посоветовал мне в Старбаксе очень крутой кофе. Вот скажи рецепт. Берем охапку латте, затем немного карамели, потом еще мяты. Он сразу понял. Да. В общем, на самом деле это на низкой обжарке, точнее на слабой обжарке, латте с карамельным сиропом и мятой, сбитыми сливками и с карамельным узором. Не спрашивайте, откуда я все это знаю, я просто очень часто бываю в Старбаксе, просто два раза в день фактически, потому что надо кофеина, да. И вот так вот. Короче, он мне надоел уже, слушайте. Вот, все, едем сейчас в отель. Едем в отель, я думаю, спишемся с кем-нибудь и маленечко потусим. Это опять уж повторяюсь, потусим, короче, и поедем потом опять в номер. Если куда-то соберемся, мы вам обязательно покажем и расскажем. Вот о чем я хочу сказать. Адамсон, ты... Алло. Да. Ты заднеприводный. Да. Ты гей. Я в метро. Алло. Петух. Да почему? Ты меня слышишь? Я тебя плохо слышу, я в метро. Так я понимаю, что это метро, но если ты глиномец, как ты делаешь метро, то я тебя не понимаю вообще. Так если ты голубой, зачем тебе СМС? Что делать? Вот скажите, что бы вы делали в Питере? Что бы вы делали в Питере? У меня уже просто язык заплетается. Вот что делать здесь? Написали Яну, он домой уже едет. Написали Адамсу, он в метро едет. А так мы еще написали? Знаете что? Пока, когда мы остановили запись, мы, короче, позвонили Адамсону и сказали, что нас обокрали. Он такой начал отмазываться. Я вас не слышу. Я такой говорю, Глена Месити, Лело. Да, все игнорят. Вот знаете, пока мы были у себя дома, он в Москве, я в Новокузнецке, мы всем писали, да, в Питере, кто встретит, кто погуляет. Все писали, я, гоу, там, конфа ютуберов. А потом, как бы, мы уже просто здесь, все исчезли. Все игнорят. И приходится ссать на колени. Да. Все. Вот так вот. Так и живем. Да. Итак, ребята, наш влог, наш сегодняшний день заканчивается. Влог, не знаю, но кусочек нашего дня уж точно заканчивается. В принципе, был насыщенный день, прикольный. Походили, побродили. Правда, сейчас вот под конец дня уже нас игнорят. Никто никуда не хочет тусить, потому что завтра важный день. Завтра видеофан. С 11 утра до 8 вечера мы будем там. В 7 часов вечера у меня выступление на сцену. Я буду выходить, у меня будут задавать всякие вопросы. Я хотя не совсем понимаю, зачем меня там в 7 вечера выпускают, кто-либо живет там до 7 вечера, ли. Я думаю, да, в 7 вечера такое уже будет. Уже все да, сонные будут. Да. Там, потому что много всего. Вот, потому что это очень реально сложно ходить все это время, что-то делать. Я думаю, мы пройдемся вот с Лехой, еще ребятушками по каким-нибудь квестам. Ну, чем-нибудь найдем себе, чем занять и насытить этот влог. Просто с ножами там забил. Просто сейчас такой. Страшно, люто. А дверь-то у нас как не закрыта. У нас дверь не закрыта. И нам придется на ночь, походу, ключом закрывать даже. Да, там нет замка обычного. Нет замка, придется на ключ закрывать. Ну что ж, ребятушки, я хочу сказать вам спасибо, что были сегодняшний день со мной. Увидимся с вами завтренько, в добрейшем утречком. Вот. А я не знаю, буду ли я этот влог заканчивать или же продолжу его дальше. Ну, в любом случае, если даже продолжим, то не забывайте подписаться на канал, поставить свой комментарий и поставить жирнющий лайк этому ролику. И... Я зашел сейчас на стрим, точнее на перископ, и здесь тёлка в мужских трусах лазит. Дело в том, что эта херня сейчас находится в топе. Мама вышла с душа, пипец.
Я тыкнул сюда ради того, чтобы посмотреть, что за говно опять. Вот в перископе, если вы показываете жопу или сиськи, даже в закрытом виде, это 100% популярность. Это капец. Ну что это? Это разве девушка? Это шкура, ёпта. Ну посмотрите, ну какая нормальная девушка будет себя так вести? Тут просто очень много чуваков сейчас сидит, которые говорят, типа, давай, давай, раздевайся, раздевайся, шкуру и все такое. Это пипец. Причем это находится сейчас в Санкт-Петербурге в 10 минутах езды от нас. Это капец. Просто тут два чувака показали, что у них есть наручники и тёлка. Ну и, конечно же, понятен расклад, что тут с ней будут делать. Ну это просто капец. Ну вот что? Что это такое? Здесь от матраса воняет пинком. 2 часа ночи, 2:32. Лёха до сих пор не может уснуть. Я смотрю ТНТ, здесь идет секс Анфисы Чеховой. Я вот лежу, практически сплю. У меня вообще ничего не слышно. У меня тут идеально просто ничего. А он спит вон в той комнате, вон там, он в той комнате. И у него просто под его номером, у него просто клуб. Представляете, клуб. Подождите, сейчас фокусируется на меня. Он пошел жаловаться администратору, ёпта. Вот, послушайте, послушайте, у меня здесь просто они джамстайл, они у меня как дорогу устроили, помните? Ты прикинь, ты вот сейчас вот, ты вот взял и кому-то вечеринку испортил. Да шо вот сдох***ь со своей вечеринкой, там, под наркотой кокаин, снёт, поднялся с этим коксом, короче, смотрите, вот это люкс номер. Да. У меня в комнате, Он стоит очень дорого, кстати. Да. Он стоит приличных денег, он стоит... Ну, как бы, можно было нормально набрать, да? Да, согласен. Можно было взять нормальный номер за такие деньги. У нас одна ночь здесь, обходится. Да. Кусков я, купил джамп-стайл у себя в комнате. Они у меня на голове прыгают. И там этот чувак, давайте налетайте. Вот, кстати, да, я вот слышал только голоса, которые там орали. Там голоса всякие разные. Начинают джампить у меня на потолке. 2 часа ночи. Я просто... Я, чувак, забегай. Я мать этого ублюдка. Я не знаю, просто. Это антихрист. Я не знаю. Вот ему надо, чтобы ему вот это вот, сука, чтобы вот эта сектантка подошла ему и всю ночь. Я сейчас буду всю ночь спать на этой антихофы. То есть, ты прикинь, она дождалась меня, когда один человек выйдет на ресепшн, чтобы она вызвала полицию. То есть, да сказала... потому что, чувак, никто не остановился в этом номере. Только мы, походу. Я хочу отсюда если я выгляжу как анархист, знаешь, который раздевается и не ты сейчас начнешь свастику на груди рисовать или кресты. Я в люкс-номере сплю, на диване в прихожей. В это время батя лежит на кровати и играет Clash of Royale. Вот чисто слушай. В натуре, пойдемте, ребят, послушаем, короче, это... насколько там... Чтобы они сдохли, да, вот послушай. В натуре, слушай, а у тебя прям слышно пипец как. Здесь, короче, находится клуб, прямо вот здесь на углу, называется Steam. Я его завтра вам покажу. Это пипец, конечно. Я завтра его обоссу. Я лично обоссу. Это капец. Спокойной ночи, чуваки. Увидимся с вами. Ты это слышишь? Увидимся с вами завтра. Ты это слышишь? Вот тихо. Ну, короче, вот так вот. Вот это вот зеркало. И самый номер в мире люксовый. Да. Этот люкс, ее мать, у нее на спине твоей. Понятно. Короче, люкс, ты слышал нас? Мы твою мать трахали на спине твоей. Пока.